Уважаемые жители Щелковского муниципального района, приглашаем вас 27 февраля 2016 года на всеобщую диспансеризацию. Она пройдет во всех поликлиниках Щелковского муниципального района с 8 до 20 часов. Диспансеризация жителей проводится по участково-территориальному признаку. В вестибюлях и холлах поликлиник вас встретят дежурные администраторы, которые помогут вам в проведении диспансеризации. Для прохождения диспансеризации при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, биологический материал для проведения лабораторных анализов. Дорогие жители, приглашаем вас активно принять участие в данном мероприятии.